Они защищали страну в самых горячих точках. 28 артиллеристов после года службы в зоне АТО вернулись домой. Героев встречали родные, коллеги и наши корреспонденты. 28 бойцов Одесской механизированной бригады один за другим выходят из автобуса. Солдат Василий Тамак не сдерживает слез. Его многие побратимы больше никогда не вернутся. Нема стрельбищ. Я вернулся домой, живый. И дай Бог, чтоб вернулись все. Не вернулись, а, конечно. Извини. Не могу. Свою семью он не видел год. Признается, самая большая отрада и надежда – это близкие люди. Запомните, всегда женки ждут дома. Хлопцы, держитесь там. Надеемся, скоро это все закончится. Мы общались по телефону с ним. Он нам звонил, когда у него было время свободное. Мы ему звонили, когда было очень сильно уже до такой степени шел. Ну, трудно ждать. Мы пытались. Слава Богу. Артиллеристы все из Одесской области. Солдат из Белгороднестровска Сергей Кравченко из зоны боевых действий приехал не один. Боцман. Так зовут его нового друга. Боец спас щенку жизнь. Спасли его с воды. С речки вытащили зимой. Это он дочке привез. Будет дома охранять. Военные были призваны еще в третью волну мобилизации. Кроме близких, солдат встречали волонтеры и одесситы. Я хочу подякувати всем вам за то, что вами сделано. Благодаря вам и вашим товарищам на сегодняшний день в этой прекрасной Одессе люди отдыхают. Несмотря на демобилизацию, некоторые после отдыха хотят вернуться в зону АТО. Ирина Стрябко, Константин Лужневский, 7 канал.